выпусках нового цикла «Правители Ордынского Крыма» я кратко расскажу о прошлом нашего полуострова в яркий, но полузабытый период, в эпоху Золотой Орды. Что мы знаем о событиях, происходивших тогда в Крыму? Что мы знаем о людях, правивших полуостровом в те годы? Скольких из них можем вспомнить по именам? За годы ордынского правления полуострову довелось пережить дни бедствий, когда Крым страдал от разрухи междоусобных войн, и дни расцвета, когда Крым стал перекрестком мировой торговли. Золотая Орда владела Крымом на протяжении двух столетий. По историческим меркам это не очень долгий срок. Однако эти два века навсегда определили будущее полуострова. Именно в ордынский период общая земля, религия и язык объединили потомков разных народностей, населявших Крым, в единый коренной крымско-татарский народ. Именно в ордынский период Крым накопил силы и знания, позволившие ему из далекой окраины чингизидских владений превратиться в независимое государство – Крымское ханство. До сих пор в различных уголках Крымского полуострова сохранились исторические памятники времен Золотой Орды. Их осталось очень немного, но тем ценнее они для истории. В выпусках нового цикла «Правители Ордынского Крыма» я расскажу о главных действующих лицах тех давних событий, о биографиях ханов, беков и полководцев ордынской поры, от Чингисхана, предка всех правителей Орды и Крыма, до шейх Ахмеда, последнего ордынского хана, претендовавшего на Крым и побежденного Менгли-Гераем.